Мой образ воплощает огненную стихию. У креативного директора Юима Наказата совершенно уникальный конструктивистский подход к крою. Платья выглядят как огромные конструкторы Лего. Творения дизайнера поистине уникальны. Он не вырезает кусок ткани, а потом шьет из него наряд, как другие дизайнеры. Вместо этого он собирает каждый образ из множества фрагментов. По-моему, получаются потрясающие работы. Коллекция интересна прежде всего тем, что в этом сезоне я демонстрирую совершенно новый подход к работе с тканью. Никаких швейных машин, никаких иголок, никаких нитей. Все это мне не нужно. Нужны лишь четыре стихии – огонь, вода, ветер и земля. В конце показа они соединятся. Очень интересно увидеть коллекцию Юима Наказата в рамках недели высокой моды в Париже. Он здесь по приглашению Французской Федерации высокой моды. Создавая кутюрные коллекции, дизайнер постоянно экспериментирует. Юима нашел достойное применение 3D-печати. Он создает с помощью нее потрясающие образы. Материалы красиво переливаются, демонстрируя небывалое богатство оттенков. Именно 3D-печать позволяет нам наблюдать эти изящные трансформации цвета. Творение дизайнера интересно рассматривать. Мы любуемся его тонкой работой. Он не только следит за технологиями, но и хранит верность японскому подходу к моде. Японские дизайнеры всегда уделяли особое внимание тканям, материалам. В общем, в своем творчестве Юима Наказата демонстрирует новый взгляд на 3D-печать. Он смотрит на нее сквозь призму японских традиций. По-моему, потрясающий показ. Восхищаюсь мастерством дизайнера и, конечно, его богатым воображением. Столь интересной коллекцию делает особый подход дизайнера. Он сочетает традиционные техники с новейшими, а также использует необычные материалы. С одной стороны, образы из коллекции Юима Наказата идеально вписываются в контекст современной реальности. С другой, креативный директор уважает традиционную японскую культуру. Больше всего мне понравился образ с удлиненным жакетом. Обычная, казалось бы, модель одежды выглядит потрясающе, благодаря использованию металлика. Интересный образ, по-моему.